Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на бытовой электроперфоратор MPT 220 вольт 800 ватт, кейс, щетки, буры в магазине AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео, нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 19 марта 2019 года. Стоимость такого перфоратора $85.34. Бесплатная доставка в Россию. Ну вот, 800-ваттный, то есть бытовой для домашнего мастера, ну и цена $85.34. Добро, оно интересно, сколько будет стоить доставка в другие регионы. Будет плюс или не будет? Я думаю, что, наверное, плюс будет. Оно Беларусь. Да, $29.37. Ну, в принципе, плюс сносный. Так, смотрим. Казахстан. $29.37. И Украина. А этот продавец, курьерская служба, не доставляет выбранную вами страну, регион. Ну вот, в Украину доставки нету такого девайса. Но для других, я считаю, это вполне доступная цена. Но это решать каждому мастеру индивидуально. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента.